Здорово, чуваки! Это обзор от mob.org, и как всегда, я Трэш. В сегодняшнем выпуске вы увидите трансформическую стратегию, принца Персии, плюшевую аркаду, шпионский квест и хэллоуинский слэшер. Поехали! Мегатрон напал на Землю, разоряя природные ресурсы планеты. Оптимус Прайм в ответ на угрозу отправил тактическую команду для спасения Земли. Автоботы или Десептиконы? Сделай свой выбор и приступай к постройке базы в новой стратегии Transformers Earth Wars. Тебе предстоит добыть как можно больше энергона для постройки своей армии. Отправляй Старскрима для воздушных ударов. Прорывай путь тараном Оптимуса Прайма. Ремонтируй войска Рэтчетом. Каждый трансформер сыграет важную роль в этой битве. Принц Персии возвращается в новом раннере Prince of Persia Time Run. Убегает хер знает чего, ведь разработчики поленились предоставить хотя бы элементарную угрозу в образе Стража Дахака. Тебе предстоит уворачиваться от смертельных препятствий, рушащихся стен и пропастей, попутно собирая сферы, даже не дающие повернуть время вспять после очередной ошибки. Для этого существуют кристаллы, которые можно покупать за реальные деньги. В общем, сыграй в новый раннер от тех еще жопошников. Джейк и Тесс живут одни. Однажды ночью их затянуло в странный мир из ткани. Ты должен будешь найти выход и отыскать родителей в замечательной аркаде Finding Monsters Adventure. Тебе предстоит не только исследовать три загадочных мира и все его уголки, но и заниматься фотоохотой на его жителей. Пуговица глазых, набитых ватой монстров. Тебя ждут невероятные приключения с восхитительной графикой, персонажами, заданиями и сюжетом. В потрясающем квесте Agent A, A Puzzle in Disguise тебе выпадает роль агента A, которому поручено выследить опасную шпионку Руби Ларуш. Тебе предстоит проникнуть в секретное логово и добыть важную секретную информацию. На твоем пути встретится масса ловушек и головоломок, которые шпионка активировала при побеге. Тебя ждет 15 комнат с головоломками, великолепная стилизация и самый настоящий шпионский сюжет. В мультипликационном RPG-слэшере Slashy Hero тебе предстоит спасать Хэллоуин. Тебя ждет путешествие по 48 мрачным подземельям с разнообразной нежитью и боссами, а также совершенно новая механика боя, использующая путь твоего свайпа по экрану в качестве заданного направления. Ну и конечно же, спасая праздник, не забывай забирать честно заработанные конфеты, чтобы покупать новые костюмы и открывать новые способности. А на сегодня это все. Ставь лайк, подписывайся, если давно этого не сделал, и качай игры с нашего сайта бесплатно. Это был обзор от mob.org, и я Трэш. Увидимся. Ах да, не пропускай предыдущие видео.